Изменить отношение обвиняемых к членам Елены Михайловны меры пресечения на заключение под стражей на запрет определенных действий сроком на 3 месяца, от всего до 5 месяцев, то есть до 28 декабря 2018 года. Запретить Хачатурян Кристине Михайловне выходить до 7 часов. Запретить на жилое помещение по адресу указанного ходатайства следователя находиться после десятого часа вне указанного жилого помещения без разрешения следователя, производства которого находится уголовное дело. Отправлять и получать любые почтовые телеграфные отправления, использовать все виды средств связи информационно-телекоммуникационной сети интернет, за исключением использовать телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных, военно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом следователя. Общаться для разрешения следователя, производства которого находится уголовное дело, с любыми лицами, за исключением для защитников по уголовному делу, сотрудников органов питания следствия, контролирующих органов, разрешить обвиняемым связываться с следователем, производства которого находится уголовное дело, сотрудниками контролирующего органа с помощью телефонной связи. Общаться с обвиняемыми по данному уголовному делу Хачатурян Кристины Михайловны и Хачатурян Марии Михайловны, получать от них сообщения в любой форме, отправлять им такие сообщения, делать заявление, обращение, сообщение, комментарии в связи с данным уголовным делом через средства массовой информации. Обязать Хачатурян Елену Михайловну являться по вызовам следователя, производства которого находится уголовное дело, с обязательным уведомлением контролирующего органа. Осуществление контроля и соблюдения установок ограничений в отношении обвиняемых Хачатурян возложить на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоохранительные функции, функции контрольного надзора в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. Отказать удовлетворение ходатайства стороны защиты. Отказать удовлетворение ходатайства стороны защиты об установлении иных запретов, ограничений и обязанностей, чем предложено следствие. Настоящее постановление может обжаловать Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.